Стоит загадочный. О! Людочка, Люда, тебе сегодня 50. Такой оставайся. Коронавирус победим, дожить до 100 старайся. О, точно. На тему дня. На тему дня. Супер. Это ж надо. Да. Тебя вообще надо брать тамадой везде на все мероприятия. Ну, конечно. Чтобы ты вела вот эти праздники. Да, все. Да. Так что, дорогой, ну, все. Ну, с юбилеем. С юбилеем. С юбилеем. Да. Бибилеем. Давай. Пьем, да? Да. Конечно. Давайте. До дна. Тут только до дна. О. Про нашу Свету. Ну, Люда, ты хотела меня рыбой угостить, но ты еще угостишь рыбой. Да. Вот моя дочь ездила в Астрахань тоже ловить рыбу с друзьями. Вот она мне привезла тоже всякой рыбы там. И щучка там, и судак, там всякие разные. Я не знаю, она их называла очень много. И еще вот таранку сушеную. Как-нибудь вот в следующий раз соберемся и купим, может, пиво и с таранкой попьем. Слушай, а как она ее ловила? Сама, что ли, ловила? Понятия не имею, как они там ловили. Она мне привезла, и ей спасибо за это. Я не знаю даже, как они там ловили. Слушай, сколько километров от Смоленска до... Ой, до Астрахани, да. Наверное, 2000 километров. И она сама рулила? Она сама за рулем. А мужчина у нее был там какой-нибудь, ну, подручник? Ну, друзья, да, друзья. Ну, подменял ее немножко рулить? Никто, она сама. 2000 туда, 2000 оттуда. Она никому не доверяет, она молодец. Не потому, что не доверяет, наверное, не было. Она была... не была водителя, да? Да, да, конечно. А бойфренд у нее там был? Откуда я знаю, Люда, ну что ты меня спрашиваешь? Ну а сколько в машине было народу? Ой, 3 человека. Или сколько там, не знаю. Ну, молодцы. А что предложение съездить туда именно за рыбой? Что, мало рыбы где в этом... Как-то на атомной? Ну, там же не такая, там совсем другая рыба. Ну, что ты? Там другая рыба, ну, так дело... Ладно, не будем мы про это говорить. Да, ну, в общем, путешествие по стране, да. Пока да. Коронавирус, правильно делают. Лучше свои места посетить, чем где-то там в Турции, вот заболели наши придурки. В Турции люди, между прочим, по радио России передали, наши в Турцию поехали, 12 человек заболело. Да, вот так вот и так надо. Да. Нечего ездить по Турции, сидели бы дома. Лучше в лес приехать и отдыхай, пожалуйста. Отдыхай, озер столько, да. Столько много мест хороших. Ну, ладно, спасибо. Давай. Все, интересное интервью. Да. А лес стоит загадочный. А сердце...